Предлагаю начать с установки регламента и правил. Да, у нас с вами полтора часа на встречу. Я предлагаю провести ее следующим образом. Где-то мое выступление будет час 15, час 10, вот так вот. И оставшиеся 15-20 минут на вопросы. Если вопросы у вас появляются по ходу, задавайте их в чате в конце. Я отвечу на все вопросы. Будет здорово, если вы будете делиться своими откликами в чате, потому что наш чат является полезным общением для профессионалов из области. Причем очень здорово, когда на площадке присутствуют и розница, и производители, и интеграторы. Это позволяет нам понять, как же быть эффективным. И вот мы сегодня выбрали тему оптимизации деятельности торговой команды и повышения выручки в новой реальности. Я хочу сказать, что под торговой командой я понимаю и розничный бизнес, и торговые команды, которые связаны по всей товаропроводящей цепочке, в том числе и отдел продаж производителя. Вот тема очень интересная, я постараюсь поделиться с вами теми знаниями и умениями и навыками, которые получила сама в ходе больше 20 лет работы в ритейле и 10 лет работы на проектах как консультант. Вот, я думаю, что сегодня встреча должна быть очень интересная, и благодаря своему партнерству и совместным проектам с Центром командных компетенций «Город Москва» у меня появился новый взгляд на торговые команды, и сейчас последние 2 месяца есть возможность наблюдать, в том числе и в проектах, как эти команды, торговые команды, адаптируются к новой реальности. Ну, давайте начинать. Давайте начинать. Запись вебинара вы получите. Retail.ru, очень благодарю за возможность делиться информацией, которую получаю в своих проектах, и надеюсь, что наша совместная работа будет продуктивной. Интересная такая фраза, немного провокативная, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии. На самом деле, возможно, это и так, да, то есть это нашим клиентам, когда у нас все хорошо, и нашим партнерам кажется, что это магия. Но технология достижения стабильного результата в любых условиях, стабильного я имею в виду не постоянно одного и того же, а способность достигать и быть эффективным, достигать результата в условиях объективной реальности, в объективных условиях, в условиях ограничений. Вот. И поэтому технология достижения результатов – это совокупность факторов. И сегодня мы будем об этих факторах говорить. Будем смотреть на нашу компанию, на нашу систему, на нас как на команду. Немного расскажу о себе. Меня зовут Наталья Антонова. Я директор и учредитель Центра научно-практического сопровождения, Центра «Максимум». Являюсь партнером Центра командных компетенций. Как раз вот в этом центре мы с коллегами, командой экспертов, продвигаем теорию и практику командного менеджмента в России. Эксперт-новатор и консультант-практик. Моя специализация – это управление ассортиментом, закупками и продажами. Опыт работы в ритейле 20 лет и более 10 лет практики на проектах, командных проектах в различных отраслях, в рознице и в оптовой структуре. По большому счету, большая часть моих клиентов – это сфера FMCG. И основной задачей, которую я ставлю в своих проектах, которые мы оговариваем на старте при входе в проект, это достижение финансовых результатов. И 15-20% увеличения прибыли – это наши действующие результаты. Ну и выручки тоже вот, в 15-25. Все зависит от отрасли и от того состояния, в котором компании, в которую мы приходим. У меня есть профили и аккаунты, в том числе и профессиональные сообщества на Facebook, YouTube, ВКонтакте. В конце оставлю свои контакты, открыто для взаимодействия.
открыта для связи, буду рада быть полезной. Сегодня мы в ходе нашей встречи затронем три вопроса, которые, мне кажется, являются наиболее актуальными сейчас. Как повысить эффективность работы торговых представителей? Повторюсь, что торговыми представителями я считаю и не только тех, кто работает в опте, а продавцы – это торговые представители. Причем они представляют интересы не только своего магазина, да, конкретной точки, там, «Ромашка» или там, «Спар» или там, «Караван», неважно. А продавцы представляют, являются торговыми представителями и совокупности брендов ассортиментной матрицы торговой точки. И именно от того, насколько слаженно работает торговая команда торговой точки, насколько слаженно работает команда торговой точки и поставщиков, от этого во многих случаях зависит эффективность. И вот на текущих условиях мы это наблюдаем, приведу несколько примеров. Одной из задач в условиях, в которых мы сейчас находимся, это оптимизация затрат, да, в том числе связанные с логистикой, и затратная часть, связанная с эффективностью и контролингом действий торговой команды. И третий вопрос, который мы рассмотрим, это как менять, как влиять технология изменения личной командной результативности. И как командные эффекты помогают торговым компаниям. Разберем несколько кейсов из моей практики. Перейдем к первому вопросу, который связан с системным увеличением эффективности торговых команд. Вообще, сейчас мы находимся в тех условиях, да, когда макроэкономическая ситуация, ситуация в мире, связанная с факторами пандемии и вируса, разделила все влияющие факторы внешней среды на две группы, которые поддаются нашему влиянию и которые не поддаются нашему влиянию. Вот мои коллеги из одной консалтинговой компании оформили очень интересно вот, вот эти факторы, да, и мы видим, что на самом деле нам очень важно, нам, нашей команде, нам как руководителям важно поднимать, на что мы можем влиять, а что вне нашего контроля. И вот массовый выход, не выход, допустим, на работу сотрудников. Мы не можем на это повлиять, но мы можем реагировать, да, принимать профилактические действия, как то кадровый резерв, активный кадровый резерв, сбой поставок, например, да, то есть у нас есть альтернативные поставщики и несколько альтернативных поставщиков. Вот, и было бы здорово, да, если говорить о готовности к кризису, если вы поделитесь, как же вы, какими же активными действиями вы отреагировали на текущую реальность, да? Что вы уже сделали, что показало результат, которым стоит поделиться. Если у кого-то есть, буду благодарна вашим примерам. От себя, пока вы пишете, скажу, что, пожалуй, самым важным ресурсом и точкой фокусировки – это фокусировка на достаточности денежных потоков внутри компании и вовне, и предотвращение долгов, неплатежей и переплат, излишних оплат поставщикам и партнерам. Важно не допустить дефолта по своим обязательствам, по кредитным обязательствам. Важно держать руку на пульсе и видеть, как поставщики, партнеры исполняют свои обязательства по поставкам, как, насколько они стабильны и платежеспособны. Сегодня покажу несколько методов во второй части, как можно это делать. Инструментарием поделюсь. Необходимо минимизировать собственные риски, да, и большинство компаний, которые торговые компании выстояли сейчас, как раз выстояли за счет минимизации рисков и умением удерживать на плаву компании, в том числе и за счет эффективной работы сотрудников. Да? Многие компании работают удаленно, но торговые компании, большинство торговых компаний товаров народного потребления, но если это не одежда, не обувь, работают в прежнем режиме, да, а вот часть моих клиентов, которые находятся в торговом центре, являются арендаторами торгового центра, который закрыт,
в одном из городов области, они начали активно двигать розничную торговлю. Они были вынуждены сначала отказаться от сотрудников, а потом, когда настроили процесс на торговлю онлайн, они справились, начали приглашать продавцов, дабы снизить стоимость своего времени, и более четким был процесс. Вот. И есть зона не активных действий, а зона контроля, которая позволяет нам снизить наше напряжение, да, ну и мониторить изменения в окружающей внешней среде, все-таки оказывать стабилизирующее влияние на работу компании. Ну, первое – это определение самых важных для ваших компаний, внешних компаний, которые являются рискованными, да, то есть мы эти риски должны назвать для себя, обязаны назвать и принимать их во внимание, организовать их мониторинг и особое внимание уделить именно этому процессу. Очень важно получать правильную макроэкономическую аналитику, да, ну и политическую в том числе. Кроме того, очень важно видеть то, какова динамика отрасли, какова динамика потребления. Здесь нам помогают наши аналитические агентства, такие как Нильсон, Инфолайн, Рамир и так далее. На слайде там я чуть попозже их все перечислю. Здорово, что retail.ru отслеживает тренды, тенденции в режиме, ну, фактически онлайн и знакомит нас с ними. Получается, что прогнозирование на основе статистики прошлых лет сейчас неэффективно, и мы вынуждены принимать решения по закупкам, в том числе и сезонным, опираясь на свою такую чуйку, на свою какую-то коммерческую жилку, на оперативную информацию по рынку. И здесь получается, что вот этот вот фактор обновления прогнозной модели является для нас одновременно рискованным, а с другой стороны и поиском возможностей для того, чтобы меняться и становиться другими. Определяем, насколько те факторы, которые вы для себя вывели как рискованные, насколько они влияют на ваш бизнес, насколько их влияние, ну, то есть самый худший сценарий также прорабатываем. Вот. И по большому счету нам важно хеджировать, защитить себя от этих рисков. Это и производственная безопасность, юридическая защита, финансовая безопасность, позаботиться о том, чтобы наша, скажем так, наша IT-безопасность была на уровне, да, то есть чтобы наша клиентская база не ушла вместе с сотрудниками, о том, чтобы при переходе на удаленный режим работы мы могли сохранить контроль над своими активами. А как изменилась среда, да, вот очень интересно, получилось как-то очень быстро, да, что горизонт стратегического планирования упал с года на месяц. И множество компаний перешли все-таки на удаленное управление, часть персонала, это офис, да, а часть персонала, который на передовой, это торговые представители, это продавцы, управляющие торговыми точками, супервайзеры, они находятся в реальности, да, и вот этот разрыв дистанционного удаленного управления также является для нас, для наших компаний вызовом. Большинство потерь и затрат мы оптимизируем, но не делаем это не всегда осознанно, надеясь на русскую авось пронесет. И очень здорово то, что большинство компаний начинает создавать и выводить на рынок новые продукты, осваивать новые каналы сбыта, переходить в онлайн. И в то же время вот это вот изменение, титанические надломы в экономике, в мировой экономике, в российской экономике, инициировала перегруппировку в торговых командах. То есть и нам нужно двигаться фактически с колес. И вот коллеги рекомендуют создавать антикризисные штабы, в которых участвуют представители различных подразделений, и каждый из директоров по направлению находит ответы на свои вопросы. На мой взгляд, это не столько антикризисный штаб, кроссфункциональный. На мой взгляд, ресурсом выживания и развития в условиях турбулентности является кроссфункциональная команда, которая существует внутри бизнеса. Что же
что же такое команда? Как вы считаете, что отличает команду от группы людей? Какие у вас варианты на этот счет? Поделитесь, пожалуйста. Как вы думаете? Ну вот там, наверное, да, у команды одна цель. Спасибо, Игорь. Что еще? Есть ли какие-то критерии качества, способы взаимодействия? Угу. Да, единая цель, Дмитрий Саулов, максимальное взаимодействие для ее достижения. Отлично, Алексей, у каждого своя роль. Общая идея, распределенные роли. Угу, соглашусь. Вы знаете, мне повезло работать с автором модели 5F, с Максимом Долговым. И он в своей книге про команду, я чуть позже немного о ней расскажу, об этой модели, определяет команду как группу единомышленников, объединенную общей целью, авторитетом лидера. Вот и Элвис тоже отметил наличие лидера и выполнение задачи в определенные сроки. Пониманием того, кто, что, как и когда делает, да, распределение ролей. И эта группа единомышленников обладает общими стандартами взаимодействия и поведения, и эта группа создана для достижения результата, превосходящего ожидания. Сейчас получается, что именно такая ситуация, когда требуют наличие команды, да, и наличие не столько иерархичной команды, да, группы людей, там, которые выстроены в иерархии, а способности команды как структуры, которая помогает достигать выдающихся результатов. И если говорить о модели, которую я упомянула, то, прошу прощения, как раз модель 5F определяет 5 факторов, которые отличают группу людей от команды. 5 факторов. Причем, знаете, это математическая модель. В любой компании можно измерить текущее состояние команды в цифре и спланировать пошаговое развитие группы, текущей управленческой команды, кроссфункциональной команды. Что же, какие 5 факторов определяют согласно модели 5E? Первый – это внешняя среда. В ней всегда есть возможности и угрозы. Второй фактор, который фактически все отметили, да, и мы здесь я разделяю ваши примеры, это амбициозная цель, которая превышает ожидания, это фактор цели. Она согласована внутри команды. Члены команды имеют свои личные цели, а эти личные цели согласованы с целями команды. И планируется достижение цели. Следующий фактор – это лидер. Лидер – это человек, который координирует работу состава команды, воодушевляет, мотивирует, и стиль лидерства соответствует задаче. Следующий фактор – это состав, то есть кто. Эти люди принимают и разделяют цели, инициативно проявляют свои навыки и компетенции и поддерживают лидера, но это не про то, что они дружат с лидером и подхлопывают, да, а поддерживают лидера своим поведением, ориентацией на результат. И пятый фактор – это фактор взаимодействия. При повышении эффективности взаимодействия снижаются потери времени. Это позитивное взаимодействие, и вклад в достижение цели приблизительно одинаков. Вот такая интересная модель, и любая математическая модель имеет, оптимальную, правильную модель. Соответственно, внешняя среда больше, чем цель, цель всегда больше, чем лидер, а лидер больше, чем состав, показатель по фактору лидер, и состав больше, чем взаимодействие. А как же выглядит оценка команды, да? Ну вот на слайде вы видите оценку актуального состояния команд по модели 5F. Если кому интересно, я могу выслать описание этой оценки, да, то есть можно будет оценить свою
команду, исходя из этих факторов, и на основании этой оценки сформировать корректирующие воздействия. Что же мы видим? Мы видим, что самый большой фактор – это типичная в российской культуре модель, когда самый большой фактор – это лидер, да, то есть это авторитарная такая модель, а потом идет состав, и самый небольшой показатель внешней среды, то есть внешняя среда не воспринимается как мотивирующая. Вот. И по факту, если рассмотреть, так как оценка команды проводится по каждому фактору, да, мы видим ресурсные факторы и видим те факторы, которые в дефиците. И на основании вот этой оценки, которая делается как комплексная, так и индивидуальная по членам, мы можем составлять план действий, план коррекции активности. И это будет уже не наше объективное, субъективное мнение о том, о нашей реальности объективной, а это будет факт. Причем могу, знаете, сказать, что мы несколько раз, когда проводили, в нескольких случаях, когда мы проводили оценку команды, были случаи, когда собственник был не согласен. И буквально вот недавно на одном из вебинаров, где участвовал вот этот несогласный собственник, ну, который... не согласился с текущей оценкой, то есть это вызвало его недоумение, через 9 месяцев признал, что да, это было вот так на самом деле есть у него в одной из компаний, и на то, чтобы осознать и принять этот факт, переварить и настроиться на изменения внутри компании, ему понадобилось 9 месяцев. Вот еще одна система координат, да, сегодня несколько раз буду использовать декартовую систему координат, но вот, пожалуй, ничего лучше не позволяет отразить взаимодействие между стадиями, ну, между несколькими факторами. Так вот, стадия развития перехода из группы в команду, на каждой стадии разная эффективность, да, то есть мы видим, что на стадии бурления эффективность достаточно низкая, да, а на стадии, вот, для выхода на, лишь на стадии упорядочивания, да, где правильно проведен эффект командообразования, ну, то есть где группа превращается в команду, и правильным образом выстроены все факторы внутри команды, средней эффективности. И, возможно, два варианта. Это после определенного точки максимум снижения продуктивности и приходится перенабирать команду, либо мы видим на выходе высокоэффективную команду, которая способна удерживать достаточно стабильный уровень продуктивности. Интересная модель развития, стадия развития команды. Вот как связана стадия команда с продуктивностью. Что же необходимо сделать сейчас? То есть что мы можем сделать, да, в текущих условиях? Да, мы можем понять, где конкретно, на какой точке сейчас находится наша команда, оценить ее и провести коррекцию, понять, как необходимо развивать себя как лидера, получить четкое понимание своих сильных и слабых сторон как лидера команды, да, то и получить объективную оценку себя как лидера команды, сформировать план развития своей команды, основанный на измеримой реальности, и сформировать цель, ну, скажем так, на момент, на короткий срок, на момент выхода из режима изоляции. И описать эту цель как качественно иное состояние, да, то есть скорректировать свою цель. Вот я описывала, ссылалась на исследование, да, то есть это исследование актуального состояния команды состоит, позволяет сформировать портрет, оно включает в себя несколько опросников, адаптируется под специфику бизнеса, и Центр командных компетенций с удовольствием сделает, если есть актуальность, необходимость, если вы видите в этом ресурс.
Что же еще происходит сейчас? В период неопределенности, достаточно высокого уровня, да, когда это ну, не на уровне одной страны, а в более крупных масштабах, мы видим, что, во-первых, возрастает роль команд, во-вторых, проблемное поле обнажило то, что не все группы, не все команды являются командами. И приход на удаленный режим и требования высокой результативности налагает на текущее состояние компании перегруппировку внутри компании. Да? Мы видим, кто эффективен, кто нет. Освобождаемся от балласта, от токсичных людей, от людей, которые негативно реагируют, которые неэффективны и обладают низким потенциалом. Ну и по факту мы рекомендуем применять несколько видов лидерства. Это авторитарное единоличное, единоличное командное и распределенное лидерство. О нем, кстати, можно почитать о видах этого лидерства и какое, когда наиболее эффективно, можно в книге Максима Долгова прочитать «Геометрия команды, создающая энергию». Вот. Ну и несколько кейсов, да, говоря об эффективности, как оптимизировать эффективность и достигать результатов. Приведу примеры своей практики, из практики работы в компании SPAR. Этому кейсу больше 10 лет, но он показал свою результативность, поэтому активно поделюсь. На этапе ребрендинга региональная сеть внедрила интересную систему внутри компании, которая называлась «Эффективный магазин». Она была очень похожа на ту систему, которая работает в торговых компаниях, производственных и дистрибьюторских. Все торговые залы были поделены на товарные категории. И за каждой товарной категорией был закреплен как категорийный менеджер, так и конкретный продавец конкретного магазина. И продавец подчинялся по оперативным вопросам ежедневной деятельности управляющему, а по товарной категории, той или иной, за которую он отвечал, он подчинялся категорийному менеджеру. И категорийный менеджер разрабатывал для управления своей категорией инструментарий, реализовывать свою функцию. Но было бы неполной эта концепция, если бы во главу угла не ставилась цель 97% удовлетворенных покупателей. И достижение этой цели оно мониторило, да, то есть работала целая служба. Фактически появилась система, которая простраивала взаимодействие с покупателем. Мы проводили опросы, мы проводили дегустации, то есть мы проводили мониторинг. Фактически это была командная работа. Плюс по определенным категориям на определенных этапах в эту работу подключались и поставщики. В некоторых категориях, ну, традиционно это была сигаретная группа, да, товар для животных. Алкогольная группа создания запуска алкогольного бутика был партнерский бутика был партнерский проект с компанией Винтрек. То есть были проекты, где в работе только внутренние силы компании, но и поставщики. В гастрономии был очень хороший такой интересный проект, когда поставщик мясо-птицекомбинат Черкизово давал в определенные часы продавца-помощника в отдел гастрономии, тот, который ну, работал по стандартам компании. Вот. Ну и фактически у поставщика была возможность влиять на продажи внутри магазина, да, это как способ. Да. Тоже отличный кейс, отличный вариант влияния на свои продажи. Ну вот, здесь очень важно понимать, для того, чтобы вот внедрять такие системы, важно понимать, что возможность быть в партнерстве поставщику или ритейлеру позволяет быть уровень развития бизнес, уровень развития организации бизнес-процессов той или иной компании. То есть, соответственно,
когда и поставщик, и ритейлер воспринимают товарную категорию как бизнес-единицу и размышляют и действуют в парадигме категорийного менеджмента. Так вот, также ресурсная составляющая для того, чтобы повышать эффективность. На retail.ru несколько классных книг по категорийному менеджменту, рекомендую с ними познакомиться. Это книги Сергея Илюхи, Екатерины Бузуковой, достойные книги, с которыми стоит ознакомиться, которая система категорийного менеджмента, внедрение этой системы и узкие места описаны очень, очень хорошо, очень подробно. Ну и еще один кейс из практики. Как раз питерская сетка кафе-пекарен «Пироговый дворик». Мы с ней работаем уже несколько лет. И последний проект, который состоялся в начале этого года, он был связан с тем, что наблюдалось падение продаж и снижение среднего чека. При, в общем-то, неплохой ситуации на рынке стабильной достаточно и достаточно стабильной ситуации внутри компании. А мы провели экспресс-аудит как показатели кафе, ассортиментной матрицы, посмотрели, как работают продавцы-кассиры, пообщались с управленческим составом и увидели, что есть ресурс в изменении технологии, и в использовании технологии продаж, и в использовании потенциала ассортимента. То есть там 100-500 рублей к среднему каждому чеку можно нарастить, в зависимости от того, какому целевому сегменту относятся гости. Мы описали аватары гостей, причем сегментировали гостей по среднему чеку на 4 группы, на основании данных аналитики, и по покупательскому поведению. Да? А после этого мы составили ассортимент и основной ассортимент для допродаж под каждую целевую клиентскую группу. И совместно с группой развития, в которую вошли, в команду развития, в которую вошли собственник компании, главный маркетолог, директор по маркетингу, директор розницы, несколько управляющих, несколько администраторов, мы провели с Центром командных компетенций методический тренинг для тренеров, целью которого было создать условия для обучения внутри компании, которая поддерживает технологию взаимодействия с гостями, ориентированную на потребность гостей, целевые клиентские группы, на допродажи и на использование конкурентных преимуществ компании, ассортимента как такового. Плюс вот эта группа развития, они стали внутренними тренерами и провели обучение перед праздниками 23 февраля, 14-23, 8 марта. Они провели обучение с продавцов и администраторов всей торговой сети. Результат вот, прирост чека 5% на момент спада, скажем так, продаж из-за пандемии, довольно-таки неплохой результат. В чем преимущество такой технологии? В том, что у персонала и группы развития осталась сама технология сегментации и описания клиентов. У них остался инструментарий, и у них осталась технология, которую они могут тиражировать внутри компании, да, то есть новыми сотрудниками. Вот. И по большей части это помогает компании выдерживать. Причем еще эта технология, она опиралась на ценности компании. Да? И само по себе вот это обучение, которое мы провели как консультанты и тренеры, и то, которое они проводили самостоятельно, сыграло на усиление командных ценностей. Там одна из которых была это постоянное развитие, это комфорт и удобство для каждого гостя. И вот... То есть технология была зашита в ценности компании, что позволяло этой компании быть достаточно сильной и выдерживать ситуацию неопределенности.
Если перейдем к той части, которая связана с оптимизацией и контролингом, я бы не хотела бы останавливаться только на логистике, да, я хотела бы пробежаться по тем методам, которые помогут вам быть эффективными. Да. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, что опираться необходимо на объективную информацию, на объективное состояние рынка, да? Рынка товарных категорий, рынка той территории, на которой вы работаете. И здесь нам помогают агентства Nielsen, GfK, Infoline, Ramir, Comcon и многие другие. Вот, то есть необходимо обеспечить доступ себя и своей команды, своих сотрудников, управляющих, супервайзеров, тех, кто влияет на продажи к этой информации, и проводить конкурентный анализ и использовать бенчмаркинг, использовать лучшие практики. Для производителей и поставщиков в сети или в розницу отличный инструмент — матрица взаимной привлекательности, матрица рентабельности клиентов, ну и показатели увеличения продаж. Эти показатели, они не столько и не только про оперативную, про текущую ситуацию, они про потенциал роста. Отслеживая эти показатели, можно видеть, за счет чего можно прирастить. Я постараюсь на примерах показать, как это работает, чтобы у вас была возможность разглядеть. Ну вот, например, если у нас торговая компания, которая работает в различных регионах, да, мы отслеживаем несколько факторов, да, то есть мы составляем итоговую таблицу перспективности регионов. Несколько факторов. Это экономическое благополучие региона, это емкость рынка, это конкурентоспособность, это доступность логистики, и выводится общий балл. И когда мы используем вот эту десятибалльную шкалу, наверное, она будет максимально объективной, вот, и пишем пометки для себя по каждой области, мы получаем достоверную информацию, по которой принимается решение не только на одном факторе, а на совокупности факторов. Еще очень важный момент для принятия решения, в каком направлении двигаться, какой регион развивать и как работать со своей клиентской базой, необходимо понимать фактическое количество клиентов, да, сколько ваших клиентов всего, ваших и не ваших, и активная клиентская база, фактическая и потенциальная. И в зависимости от того, насколько первая таблица с благоприятностью регионов, дальше у нас коррелируется с клиентской базой, у нас вырисовывается потенциал той или иной территории, да, то есть мы видим, на какой регион стоит больше возложить, ну, то есть возложить надежды, и разбираемся, почему. Здесь очень важно провести конкурентный анализ по брендам, по торговым маркам, по количеству клиентов, по их платежеспособности, по потенциалу, по динамике отрасли вашей товарной категории в конкретном регионе для того, чтобы принять решение. Опять же, повторюсь, решение мы принимаем на совокупности факторов. Матрица взаимной привлекательности. Тоже очень такая интересная матрица, которая позволяет нам взглянуть на себя глазами клиентов. Мы ранжируем своих клиентов и себя в зависимости от привлекательности друг к другу, низкая и высокая. Да? Вот здесь также можно по десятибалльной шкале, и фактически получаем 4 клетки. Да, 4 стратегии, которые позволяют нам, как поставщику, двигаться разными способами. Ну, например, там, когда у нас высокая привлекательность
нам интересен клиент, да, сетевой клиент большим объемом продаж, категория динамична, да, наша товарная категория динамично развивается, и мы интересны как поставщик, мы предлагаем интересный продукт, мы работаем по стратегии стратегическое партнерство. Если мы интересны как поставщик, но торговая сеть нам не интересна, мы смотрим, как мы можем оптимизировать инвестиции, либо перевести из, либо что-то мы делаем не так в этом клиенте, если потенциально с этим клиентом как-то неправильно строятся наши отношения, и они больше похожи на стихийное развитие. Да? То есть если мы посмотрим, с чем связано попадание именно в эту группу, мы, возможно, сменим стратегию, будем больше вкладываться в развитие отношений. Тоже почему нет. А сложность применения этого метода заключается в том, что не всегда мы можем объективно то есть оценить себя и оценить сети. Вот. Но, в принципе, это реальный инструмент, но мы очень часто им пользуемся на стратегических сессиях, и вот, ну, позволяет как-то структурировать свое место в пространстве, да, приблизиться больше к реальности, к адекватной оценке. Говорили про показатели, которые позволяют управлять и влиять на увеличение объемов продаж и эффективность сотрудников. Ну, здесь вот обычная установка нормативов и анализ отклонения плана от факта. Это три группы показателей. Это показатели ширины и глубины ассортимента. Причем эти показатели, они применимы и для оптового звена, и для розничного звена. Просто эти показатели, ну, немножко подкручиваются, да, то есть тут нужно с разной точки фокусировки на них смотреть. Качество проработки клиентской базы и стандартизация оперативной деятельности. Вот. Ну, давайте пробежимся по каждому из этого вида групп показателей. Я для легкости коммуникации сфокусируюсь на производственных компаниях, но для торговой компании то же самое, по большому счету. Да? Мы говорим о том, что есть минимальный ассортимент по каждой товарной категории. Ну, фактически, если у вас есть прайс-лист, да, ну, допустим, это будет, ну, допустим, это кондитерские изделия, то мы, допустим, зефиры отдельно смотрим, конфеты отдельно смотрим, там, печенье смотрим отдельно. И у нас есть минимальный ассортимент. Дальше, если мы говорим о построении отношений, да, у нас есть минимальный размер заказа с минимальным ассортиментом, то есть, ну, грубо говоря, то есть меньше которого принимать нельзя. Ну, в качестве примера, да, возможно, он сейчас не совсем корректен, но, допустим, если вы производитель охлажденного мяса птицы, выставляет минимальный заказ не меньше коробки. Вот. Или, допустим, ну, там, разбивает 4 единицы общим весом одной коробки, ну, на одну коробку, тоже вариант. Есть результативный ассортимент, это минимальный плюс дополнительный ассортимент, его мы называем результативный ассортимент, который позволяет вести наши цели с целями партнера, и размер заказа с результативным ассортиментом. Вот. Теперь несколько показателей, которые позволяют замерить, да, то есть процент или количество клиентов с минимальным ассортиментом. И мы говорим о том, что у нас должно быть не менее чем 95% заказов в отчетном периоде с минимальным ассортиментом. Процент или количество клиентов с результативным ассортиментом. И таких клиентов за отчетный период, у нас таких заказов, у нас должно быть клиентов 75% заказов. И процент или количество заказов с минимальным ассортиментом, ну, то есть мы нормируем минимальный заказ по каждой позиции.
И то же самое по результативному ассортименту. Что нам дает, если мы смотрим на своего, на свой ассортимент, на своего своих партнеров в таком ключе. Мы видим, какие клиенты соответствуют нашим ожиданиям, какие нет. И те, которые не соответствуют, мы разбираем, что же с ними происходит, почему. А те, которые соответствуют ожиданиям, за счет чего они соответствуют нашим ожиданиям. Да? Вот на примере таблицы, такой хрестоматийной, мы видим, что некоторые компании, ну, например, InnoTrade, всего лишь две позиции дают товарооборот месячный выше среднего. Вот, а кто-то, допустим, берет вот 25 позиций Дальстрой, да, и ниже среднего. Это говорит о том, что, скорее всего, ассортимент, который выбирает компания Дальстрой, не совсем оптимальный. Стоит поработать над нашим ассортиментом, промониторить ассортимент конкурентов, посмотреть динамику по позиционно по продажам. Ну и следует учитывать, что от того, в каком статусе клиент, то есть если это дистрибьютор или конечный клиент, то есть это один акцент, и другой акцент, кто является целевыми клиентами нашего партнера. От этого может зависеть ассортимент, и небольшие корректировки ассортимента и фокусировка на целевой клиентской группе способах продаж и допродаж позволяет перейти к другому уровню эффективности. Следующая группа показателей связана с качеством проработки клиентской базы. Здесь мы фиксируемся на территории, да, то есть мы понимаем, сколько у нас на конкретной территории клиентов. Мы определяем количество целевых клиентов, планируем работу на следующие периоды, год, квартал, месяц, выделяем активную клиентскую базу, то есть это те, которые закупаются в отчетном периоде. Вы знаете, по аналогии можно сегментировать и клиентскую базу розничного магазина, но здесь для компании важен должный уровень автоматизации и персонализации покупок. В этом помогают карты клиентов и достойная система автоматизации, которая позволяет смотреть частоту покупок, состав чеков, на какие акции реагируют клиенты. То есть, по большому счету, та же самая аналогия. Смотрим покрытие целевой клиентской базы, процент покрытия, активный в целевой, покрытие общей базы. Мы смотрим стабильность покупок, да, как часто клиенты закупают у нас в зависимости от цикла продаж. И процент стабильных клиентов в активной клиентской базе. Мы смотрим, какое количество новых клиентов, которые переключились на нас, процент новых клиентов, потерянные клиенты, почему перестали покупать у нас. И смотрим другие категории клиентов. Это разовые закупки, которые разорвали с нами отношения, выясняем, почему. Такой взгляд на свою клиентскую базу, на своих клиентов, позволяет принимать конкретные решения по ассортименту, по мерчендайзингу, по уровню взаимодействия, а также по разработке акций для конечного потребителя, в том числе и персональных предложениях, которые на данный момент персональные предложения, сделанные с учетом общей тенденции потребительского поведения и изменения вот сейчас, можно за счет правильных грамотных акций переключать на бренд, который реально на полке стоит дороже, нежели бренд конкурента, ну, аналог. Очень вот эти кейсы очень интересно описывает компания Командор в одном из выпусков кейсов retail.ru. Персонализация в опционных предложениях, возможность переключения на бренды. Вот, поэтому рекомендую свою клиентскую базу смотреть на нее по-разному и возможность анализировать ее позволяет компании управлять своими продажами. Ну и если мы говорим об эффективности, нельзя
не отметить показатели эффективности оперативной деятельности торгового персонала. Если мы говорим о торговых представителях, вот на слайде вы можете видеть показатели эффективности, которые описывают точки контроля. Да, это и план посещений, и соблюдение нормативов по воронке, и результативность, продуктивность посещения, время в течение дня, которое посвящено в действии на развитие клиентов, продаж, то есть проведению клиентов по воронке продаж, количество звонков, визитов в течение рабочего дня. То есть, причем, ну, повторюсь, что похожие показатели идут и для розницы. Ну, например, время в течение дня, которое продавец сидит на кассе, ну, если это самообслуживание, и время в течение рабочего дня, которое он занимается выкладкой товара, да, время на работу с браком, там, неликвидом, и время на консультирование, если в торговом зале работает сотрудник. Вот. Эти показатели позволяют вам, как лидеру команды, принимать оперативные корректирующие решения. Вот еще одна матрица. Она включает в себя две группы факторов. Это уровень затрат на обслуживание. Мы делим низкий, высокий. Но опять же, тут в зависимости от того, в какой отрасли работает компания и от нормирование происходит, да, там, то есть нет такого прям вот 10 – это хорошо, 20 – это очень хорошо. Ну, то есть нужно смотреть свои показатели в затратах, да, то есть составляется такая матрица. И второй важный фактор – это чистый объем продаж. Фактически у нас появляется матрица, и в зависимости от того, куда попадает цифра соотношения уровня затрат к объему продаж, мы по-разному выстраиваем отношения с своим клиентом. Ну, слайд, он очень информативен. Чем мне нравится эта история? Да? Ну, во-первых, мы сразу видим, от каких клиентов стоит отказаться. Да? Допустим, если у нас клиент попадает ну, в низкую, допустим, зону с низким, с высоким уровнем затрат и низким объемом продаж. То есть, ну, это кандидаты, клиенты на расставание, с одной стороны, а с другой стороны, это потенциал для снижения себестоимости. И что за клиент, почему он дает, и тратимся мы на него вот так вот. То есть, что можно изменить? Занимаясь поиском причин и возможностей, мы находим ресурсы. Поэтому, причем эти ресурсы, они ориентированы на достижение конкретного фактического результата, то есть есть нормирование, есть цель, есть четкая цель, оцифрованная цель, что для нас очень важно, если мы стремимся работать на результат. Ну и теперь я хотела бы перейти к следующему блоку, который связан с темы про то, как меняться, да, как менять, что поможет измениться. И, на мой взгляд, это командные эффекты, да, и вот переход компании по этапам развития команд, он позволяет повышать уровень результативности, имея маркеры, по которым мы мониторим, и понимая, как развивается с точки зрения психологии и психологии управления, я как лидер, мои лидеры и мои сотрудники, мы получаем возможность влиять на эффективность. Давайте посмотрим на себя немного с другой стороны. Как вы думаете, что важно для того, чтобы группа людей захотела повысить свою эффективность и не выглядела так, как вот эти замечательные совы на фотографии. Какие у вас есть варианты? Как вы считаете, что важно для того, чтобы группа захотела меняться? Ну или люди, человек захотел меняться? Есть какие-то варианты? Нужно найти личную мотивацию. Полностью согласна, да, то есть, ну, как говорил Артемий Лебедев, ну, если вы
Выбрали место, которое вас устраивает, ну, оставайтесь там. Четкие, понятные цели, да, Дарья. Есть ли какие-то еще, да, всем понятные цели? Ага, Дмитрий вот пишет, что важно, чтобы сотрудники, члены команды видели возможное увеличение, ну, то есть свою какую-то личную мотивацию при достижении результата. Это зарплата или карьерный рост. Да, и это тоже. Вот. Ну, спасибо большое за ваш ответ. Да. Я поделюсь своим видением, которое... Ну, возможно, ну, оно является отражением и того, что вы сказали, но вот хочу сфокусировать на то, чтобы для того, чтобы люди захотели меняться, они должны воспринимать внешнюю среду как изменчивую, неопределенную, но последовательную в своих действиях. Ну, то есть, знаете, такой как лейтмотив, что как раньше уже точно не будет, изменения необратимы. Ну, то есть мы воспринимаем те изменения, которые происходят, как все, да, по-другому не будет. А, да, внешняя среда агрессивная, конкурентная, бросает вызов команде и членам команды. Ну, и есть определенная угроза. А, причем внешняя среда очень динамичная. Это о чем? О том, что изменения происходят очень быстро и требуют немедленной реакции. Внешняя среда должна быть соотношение возможности угрозы 70 на 30, ну, то есть более дающие возможности, то есть мотивирующие, да, показывающие потенциал для действий. И вероятность, что справимся, не справимся, 50 на 50, ну, то есть надо вложиться, выложиться и превзойти себя. И в этих условиях команда будет двигаться, да? То есть она будет замотивирована. И фактически драйвером на изменения является внешняя среда. Ну вот у меня хорошая новость. Внешняя среда сейчас именно такая. Вот, мы все или выживем, или не выживем. Вот, поэтому это хорошая новость. Есть еще одна хорошая новость, это то, что мы как руководители, управленцы, используя командный менеджмент, можем рассчитывать и использовать структурированные, использовать целенаправленно командные эффекты. А командные эффекты – это конкурентные преимущества, которые мы получаем, которые создаются за счет формирования команд на всех уровнях в компании и межфункционального, кроссфункционального взаимодействия. Это эффект синергии, да? То есть это то, что нельзя скопировать, так как наша команда, команда той или иной компании, она уникальна. Что мы видим, да, то есть что такое командный эффект, что происходит с компанией, когда мы управляем по принципам командного менеджмента. Мы видим, что члены команды усиливают друг друга и ориентированы на достижение общей цели. У них есть свои личные цели, они соотнесены с целями компании, но цели компании стоят в приоритете над личными целями. Простите. Мы видим, что происходит обмен ресурсами, инициативный обмен ресурсами для достижения общей цели. Члены команды демонстрируют высокую личную ответственность за достижение цели отдела компании. Это добровольная дисциплина, самоконтроль, и это воспринимается членами командами как надежность. Инициативная подача обратной связи сотрудникам, открытость коммуникации. А руководители – это целеустремленные, инициативные, в том числе и неформальные лидеры. А командные эффекты – это развитое чувство «мы» и корпоративная культура, ориентация на результативность и в индивидуальной, и совместной работе, готовность принять личную ответственность за поражение команды
и принятие заслуг других членов команды в случае достижения результата. Это способность самоорганизоваться и согласовывать действия каждого отдела подразделения, и это дает адаптивность. Высокая степень доверия друг к другу, которая основана на опыте совместных действий. Это про то, как мы вместе достигали каких-то целей, да, как мы вместе там фунт или пуд соли ели, там, когда открывали магазины или работали над улучшением условий на определенной территории. Ну и принятые в компании стандарты поведения, они обязательны в компании для всех, нет двойных стандартов, двойных посланий, нет любимчиков. Ну и как же достигнуть, да, в торговых компаниях этих самых эффектов? Я буду здесь исходить из нашего опыта, опыта Центра командных компетенций, наших совместных проектов. Мы рекомендуем, первое, информировать сотрудников о текущей ситуации, о реальном положении дел, проводить летучки, планерки ежедневные и еженедельные, говорить о том, что поменялось, ориентируясь на общую цель. И когда мы так выстраиваем коммуникацию, когда показываем, что общая цель и наша совместная работа на ее достижение помогает выжить не только компании, но способствует спокойствию своих семей. Да? То есть включаем общую персональную ответственность. Мы говорим о фактическом состоянии, мы рассказываем о том, как обстоят дела на рынке труда, как изменилось потребительское поведение, как изменились показатели магазина, что происходит на конкретной территории, ну или показатель, допустим, того или иного куста. Если система труда на данный момент никак не связана с общими результатами, мы рекомендуем изменить систему оплаты труда по принципу «одна смена, одна бригада». То есть использовать бригадный метод оплаты труда, когда люди работают за общую цель, общий результат. Естественно, есть и личные цели, но коллективные мотивации никто не отменял. Это очень важная сейчас, ну, укрепляющая история. Личное участие топ-менеджеров в работе на полях, на территории. Топы сами примеры и ориентиры команды, они показывают своим примером, как необходимо действовать. Они включены в проблемы розничной сети, торговой точки, куста, конкретной территории. Своим действием показывают пример. Да, большую часть времени проводят в торговых точках, выступают как наставники, которые хвалят и дают развивающую обратную связь на коррекцию. Запрет на отрицательную обратную связь. И план развития личной лидерской позиции для топ-менеджеров и вовлечения сотрудников. В-четвертых, вот мы по этой схеме как раз работаем в своих проектах. И вот об одном из проектов чуть позже тоже расскажу. На слайде вы видите книгу Максима Долгова, про которую я говорила. Если интересно, ну, есть несколько экземпляров, расскажу, как приобрести, ну, где ее можно заказать. По-моему, она на Озоне даже есть, новое издание. Дальше мы фокусируем нашу работу на усилении лидеров, и они должны знать и быть готовыми побуждать состав на достижение амбициозных целей и внедрение. То есть нам важно понимать, кто наши лидеры, на кого мы будем опираться, и программы, связанные с развитием лидерства как компетенции и управления с усилением экономических эффектов. А здесь мы развиваем лидерство, работаем составом и тренируем командный кайдзен, бережливое производство, применительно к торговой. И лишь только после этого мы формируем общую цель. Причем здесь важно понять, что под заказ конкретной компании мы передаем технологию достижения цели через внутренний тренинг, и задача этого тренинга – получение положительного опыта в достижении амбициозных целей.
Топ-менеджеры осуществляют поддержку развития команд розничных торговых точек и команд территорий, и индивидуально проводят индивидуальную работу с лидером на территории, лидером магазина, лидером куста. И в этой связи наставничество позволяет прирастить от 10 до 30% к эффективности. Корпоративный кайдзен помогает растить, ну, тут нужно смотреть потенциал, ну, то есть понять потенциал, оценить потенциал с учетом командных эффектов, да, то есть тут тоже есть территория для повышения эффективности, способы организации корпоративных бизнес-процессов. Что же в результате нашей работы совместной получает компания? Они получают технологию оценки своей компании, технологию мониторинга конкурентов и рынка, и технологию поэтапного развития команд. Вот один из примеров, один из кейсов, прошлогодний кейс. Первая розничная компания, Южный Сахалинск. Это супермаркеты различных форматов, имеющие отделы собственного производства и кофейни. Были проведены несколько сессий по развитию управленческих команд и подготовительная сессия по подготовке акции. Задача акции была поднять выручку в два раза. Вот. Команды, участниками которых были и топ-менеджеры, и из различных подразделений, коммерческая служба, IT-структура, бухгалтерия, отдел маркетинга, логистическая служба, были разбиты на несколько команд, и у каждой команды было два дня на подготовку магазина своей конкретной территории на увеличение выручки. Нужно было прирасти в два раза по отношению к аналогичной пятнице прошлого года. Вот. И они прорабатывали сначала план мероприятий в рамках своего, ну, в рамках аналитики, да, анализировали, изучали конкурентов, ассортимент, продажи, готовили план действий, и потом уже непосредственно работали в торговой точке. И как результат получилось поднять выручку в 1,8 раза, прям немножко не дотянули, и средний чек увеличили в 3 раза, то есть что было здорово, что особенно отмечали участники этого мероприятия, то, что роль лидера-наставника в организации этого процесса. И было, потом было постсессионное обсуждение возможностей и возможностей для развития, да, и что наиболее вдохновило. Именно фактор того, что руководитель топ-менеджмент компании участвовал в оперативной деятельности команды. Вот. Это один из шагов к выстраиванию командного менеджмента в торговой компании, кроссфункционального командного менеджмента. Вот мы с этой компанией продолжаем дальше работать, работаем и по подбору, и дальше занимаемся развитием команды. Очень такой положительный, душевный пример, который вдохновляет. По большей части у меня все, да, по, скажем так, по полезному контенту. Возможно, я могу быть полезной, и наша команда может быть полезными вам для решения ваших личных задач. Вот два способа работы – это лайт-версия и пролонгированное сопровождение. Вот мои контакты, как со мной можно связаться на слайде. Вот мой телефон, который привязан к мессенджерам. Я хотела поблагодарить вас за внимание, за активность, ну, насколько это возможно в формате вебинара, и готова ответить на ваши вопросы. Насколько я следила за чатом, раньше вроде бы не было вопросов, но вот если сейчас появились вопросы, я готова на них ответить. У нас есть порядка 20 минут времени, которые мы
можем использовать для общения. Насколько возможно держать команду в тонусе в режиме удаленки? Спасибо, Елена, за вопрос. Хороший вопрос. Смотрите, мы несколько, если люди работают дома, могу сказать, что вот наша команда, да, вот тренерская команда консультантов, мы находимся удаленно, ну, в силу определенных причин. Некоторые даже находятся в режиме, ну, в режиме нескольких городов, да, такой, ну, длинной дистанции. У нас планерки проходят раз в неделю. И причем, вы знаете, с режимом, ну вот это вот тот формат, который я считаю, ну, возможным к внедрению и не только в проектах, там, тренинговых компаний, а вот прям отличный пример. У нас планерки идут в режиме план-факт и с поддерживающей обратной связью. Вот. В течение недели мы встречаемся как минимум 3-4 раза уже по задачам, которые у нас совместные есть. Причем, вы знаете, в режиме удаленки, я считаю, как вот удаленка обнажает эффективность. То есть все паразиты, прилипалы корпоративные и пожиратели бюджета, они выходят, ну, на поверхность, то есть виден результат, сделано, не сделано, задача, как сделано, и к какому финансовому результату это привело. Нет результата, ну, тогда смысл тогда, ну, вашего, ну, там, присутствия на рабочем месте. Вот. Как контролировать дистанционно? Ну, то есть система отчетов, да, то есть по итогам дня в цифре, вы смотрите, и индивидуальные беседы с теми, кто отклоняется от норматива. Индивидуальные развивающие беседы раз в неделю. Возможно, такие, ну, беседы, они помогают понять, насколько человек, ну, включен в работу. Кроме того, стоит признать, что психологический настрой, уровень напряжения и необходимость находиться в квартире, ну, там, с детьми, животными, там, ну, то есть учить уроки, ну, то есть то, что раньше было в другом формате, да, вызывает психологическое напряжение и, ну, такую субъективную реакцию, то есть у всех психика разная. И эти беседы помогут понять, насколько человек включен в работу, и насколько он заинтересован в том, чтобы компания выжила и развивалась, и сохранилось рабочее место. Ответила на ваш вопрос? Вообще, знаете, вот в качестве примера, вот то, что меня очень тронуло, например, нашей команды, 9 мая мы были вынуждены самоизолироваться и не имели возможности праздновать, ну, тот праздник, который очень важен для нашего народа. И одна из коллег, она предложила нам встретиться вечером в Zoom и рассказать о том, кто как воевал в семье, о своих воспоминаниях. И я могу сказать, что вот такой разговор, да, такая встреча, она у нас продлилась всего лишь там, ну, 40 минут, но она сделала нас ближе, нас открытие, и я очень благодарна Ане за то, что она вот это организовала такое мероприятие. И я думаю, что вот встречи и удаленные планерки, которые поддерживают и помогают нам справляться со своими рабочими обязанностями и изменениями, было бы очень здорово. Вот как-то так. Есть еще вопросы? Напомню, что при желании вы можете прислать электронную почту, я вам отправлю описание оценки текущего актуального состояния
ваших команд, и вы сможете получить обратную связь по текущему состоянию команды, себя как лидера по составу, и получить план, который поможет... Да, конечно, можно вопрос. Пишите, я вот рассказываю краткие вехи, то есть чем мы можем быть полезными друг другу. Вот. В настоящий момент мы проводим исследование как раз актуальное состояние команд не только в торговой, ну, в торговой сфере, вот у нас два проекта в торговле, и несколько проектов с командами, оценки команд госслужбы. Очень интересные такие проекты с вызовом. И чиновники отмечают, сейчас отвечу про фрилансеров в команде, чиновники отмечают, что использование развивающих методов из бизнеса им, вот, то есть очень интересно, да? Есть два вопроса, которые про участие в команде фрилансеров. Как я на это смотрю? Я смотрю на это положительно. В том случае, если у этого фрилансера есть четкие показатели эффективности, и его работа, он включен в, как же правильно сказать, то есть он работает не сам по себе, да, там нарисовал, допустим, дизайн, сдал его там, не расти трава, да, то есть он сделал дизайн листовки, ну и все, там отстанет от меня. А он включен в результативность. Каким образом? То есть он предлагает, допустим, цвет того или иного рекламного носителя, предлагает какие-то, положим, там, нововведения, новые способы продвижения, которые помогают компании. То есть он как член команды. Да? Вот. Могу сказать, что своего опыта... У меня был колл-центр в управлении, у меня на постоянном проекте всегда было, был постоянные проекты колл-центра и партнерские проекты. И на партнерские проекты я привлекала фрилансеров, вот. Единственное, что мне приходилось чуть больше их контролировать и тратить время, я бы всегда сказала, даже инвестировать время в их развитие, вот, чтобы они соответствовали нашим требованиям корпоративным. Угу. А, вы сказали опыт SPAR. Угу. Была ли данная модель эффективна, которую они внедряли с ответственностью по каждому отделу ниже группы-то внутри магазина? Да. Смотрите, что происходило. Параллельно с этим инструментарием у каждого продавца, помимо плана за магазин, был план на товарную категорию. Вот. И мы проводили несколько, до того, как запустить эту систему, мы, во-первых, описали инструментарий, как раз называлась система «Эффективный магазин», который рассказывал персоналу в розничной торговой точке, как влиять на результативность. То есть там было порядка 10 инструментов, там мониторинг цен конкурентов, коммуникация на кассе, нормативы работы на кассе, консультации. Стандарт работы отдела гастрономии, собственного производства, работа через прилавок. Было очень много внедрено нововведений, которые инициировал персонал. Они проводили опросы покупателей, они участвовали в группах открытия новых торговых точек. Вот, то есть там была, там целая система была, которая называлась «Эффективный магазин», и до внедрения системы на практике все сотрудники компании прошли обучение по целям компании, по методам достижения целей, и по факту, то есть это был инструментарий, дело раз, дело два, дело три. И данный инструментарий можно было тиражировать, что мы, в принципе, и делали в Ульяновске и Саратове. Вот. Данная технология потребовала большого уровня вложения времени и энтузиазма от управленческого звена. Вот. На мой взгляд, она была очень эффективна и показательна. Вот. Это позволило компании за 6 месяцев небольшой региональной компании с относительно скромным бюджетированием открыть 13 магазинов за 6 месяцев разного формата и параллельно управлять еще сеткой дискаунтеров. Вот.
Многие думают, что есть риск неполной заинтересованности фрилансеров. Да, где-то, знаете, я где-то соглашусь, что, ну, когда фрилансер воспринимает, я вот сделал свой участок работы, и не расти там вообще дальше трава, вот, ну, зачем нам такой фрилансер? То есть нас интересует общий результат. Вот, поэтому здесь от лидера, ну, требуется не просто ожидание, что вот пришел тут Вася Пупкин, который там вот бог фриланса, он сейчас все тут быстро разрулит. Или там, ну, фрилансер же может быть и консультант, да, по определенным вопросам, или там, не знаю. Ну, то есть фрилансер может выполнять любую, практически любую функцию, ну, возможно, даже коммерческий отдел на аутсорте, почему нет, да. Но когда человек привязан к общему результату, вот только тогда он будет эффективен. Кроме того, задача лидера адаптировать фрилансера к стандартам компании и иметь четкий инструментарий его контроля и мотивации, ну, вовлечения с точки зрения смыслов, видения. Ну, и вот здесь такие компетенции лидеры и руководителя, связанные с построением отношений, нацеленные на результат. То есть это вот, ну, мало кто признается, простите, что... Ну, то есть мало кто скажет, что я плохой руководитель. У нас все, ну, многие считают, что они хороши. И это нормально. Ну, с одной стороны, с другой стороны, вот это вот слабое место управленческой некомпетентности. Вот. Я знаю команды, которые привлекали фрилансеров, ну, условно, из условно внешних структур и добивались отличные результаты. Вопрос, какую функцию вы хотите отдать на фриланс? То есть, какие ожидания у вас? То есть, фрилансер – это кто? Он зачем нужен? Какую задачу он решает? Если будет понимание, что конкретно он должен делать и какие от него ожидания. Вы знаете, в моей практике, кстати, было параллельно два коммерческих отдела, то есть был действующий коммерческий отдел и параллельно работал коммерческий отдел из студентов. Вот, и были товарные категории, наоборот, были студенты, которые в отдельных товарных категориях показывали клевый результат. Ну, фактически они были фрилансеры, да, то есть это, ну, там, дублирующий отдел. Вот, они там получали небольшую денежку. Вот, но то, что они делали, вот, было несколько удачных студентов, которые показали клевые результаты, и их потом взяли в основной отдел. Тоже такой хороший вариант был. Вот. Надеюсь, что я ответила на ваши вопросы, Елена и Дарья. Если еще есть какие-то вопросы, ага, да, спасибо вам. С удовольствием поделюсь. Приглашаю вас присоединиться к группе командного менеджмента на Фейсбуке. Вот, стучитесь, друзья, возможно, после встречи возникнут вопросы, потому что, ну, в одном часе фактически я объединила те факторы из разных фокусов внимания, которые, на мой взгляд, очень важно совмещать при управлении в рознице, в торговых компаниях, вне зависимости от масштаба. Ну, тогда предлагаю завершить сейчас, да, с удовольствием отвечу на вопросы в мессенджер, в социальных сетях. Вот, большое вам спасибо, что будние дни вы выделили время для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы развиваться. Желаю вам, прежде всего, здоровья, физического здоровья и душевного, а компаниям, которые вы представляете, процветания и развития. Спасибо вам большое. Удачи!